И всем привет, канал Skycrawler. Всем здрасте. Вот. Мы продолжаем проходить Resident Evil 4. К сожалению, видео задерживается по техническим причинам. Большой разрыв между ними. Ну да ладно. Не буду объяснять, почему тут кривое ПО и долбанная Эльгата со своим ПО. Вот. Что ж, продолжаем Resident Evil 4. Последнее видео выходило недели полторы назад. Блин, надо посмотреть, что у меня есть хотя бы. Так. Ну понятно. Так, ну погнали. Будем проходить, перепроходить. Так, что у нас здесь? Понятно. Друзья, я тут наобещал, конечно, с три горы, потому что хотел сделать все сразу и купил уже этот Ориандель, уже установил дополнение к Dark Souls, но, к сожалению, не все так гладко получается. Увы и ах, придется немножечко мне пересмотреть мои планы на будущее. Вот и все, и улетели птицы. Надо было бы сюда гранату запистонить, но... Как я и говорил, штучка, которая светится. Пришлось все поменять, к сожалению. Действительно, есть технические проблемы, которые не дают мне нормально реализовать обычный процесс записи. Вот. Так что вот такие дела. Пишу я все на маке, как я и говорил. Но, блин, я попробовал на винде. Еще хуже. К сожалению, ПО кривое. Ничего не поделаешь здесь. Ладно. Так. Немножко прибарахлились. Вот тут нам понадобится Эшли. Видите, там сундук. Ее надо будет сюда перебросить. Вот, поэтому без нее пока мы, к сожалению, ничего здесь сделать не сможем. Ну, наконец-то, хоть что-то дает. Это совсем уже ничего, ни патронов, ничего. Так, есть чего, нет чего. В общем, что касательно Ариандель, да, действительно, дополнение стоящее, очень мне понравилось. Я его еще толком не смотрел. Вот, кстати, да, сад. Здесь, по-моему, два сундука есть, которые дадут нам эмблемку. Вот, для того, чтобы открыть, друзья, где-то... Сейчас, а где эта дверь? Ладно, погнали. Сейчас тут тоже весело будет. Вот эту комнату, в общем, вот эта дверь. Видите, в ней дырка. В общем, нужно найти. Сейчас Леня Канадиан поговорит. О, опять этот гоблин. Ну, там на паузе гляньте, кому интересно. Потому что я этот сюжет уже вдоль и поперек шагал, блин, и мне он не очень и очень интересен. Вот. Вышел Battlefield первый, который, в принципе, бы хотелось поиграть, но... Увы. Времени на все нет. Я еще задержался, потому что проходил Rise of the Tomb Raider. Очень мне уж хотелось его пройти. И скажу вам честно, блин, очень крутая игра. Не стал я по ней ничего писать, потому что просто элементарно... О, начинается! Где-то тут еще шавки есть. Что-то я постоянно прям. Долбанный лабиринт. Я помню, что тут, вот тут, по-моему, можно обойти.
Там травка была. Надо Лене прокачать будет жизни. Вот, видите, там постамент. И там, собственно... Воу-воу-воу-воу, Вася, ты чё? Чё-то я мажу как... Блять, масло по бутербродам. Так, вот она первая часть. Так, стоп. Это немножко не то, пардоньте. Так, триажуры наши. Где они тут? Комбинируем. И вот, собственно, смотрите, масочку мы закончили. Так, экзамен. Вот она, эта маска, которую мы взяли еще фиг знает где. И, наконец, вот она завершена. Теперь она будет стоить бабосов. Иди в жопу. Да пошла нахер ты конченая. Так, дело хреново. Интересно, а можно? А, все, я понял. Так, надо немножко разыграться, потому что, если честно, вообще просто сейчас дико туплю. Ага, и патронов мало. Ладно. Попробуем что-нибудь позабористее. Эти собаки, сука, раздражают. Так, сюда я ходил. Угу, отсюда я пришел. Вон он, сундук, еще один за кустами. Один. Два. Тяжело на самом деле настроиться на все. Да что ж такое-то? О, бежит. Так, патроны на автомат. Сколько хоть дали? 30 штук. Не густо.
пусть всегда все будет заряжено, потому что не очень хочется, чтобы потом напали, а остался без патронов. Так, ну вот она одна половинка. Ох ты, блядь! Что ж ты так, сука, пугаешь, блядь? Да, Леня, канадиан, не густо у нас с тобой. Блять, один райфл дают. Что с ним делать-то, с этим райфлом? Так. Вот эта статуя. Статуя. Угу. А вот, опа. Ну, наконец-то хоть что-то стоящее. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Итак, закончили. Так, у нас 3-2 закончено. 3-3 впереди. Так. Вот так вот девушки появляются, разбивают сердце и сваливают. Так бывает. Что я несу? Так. Сейчас мы все обыщем. Не, ничего нету. Такой момент будет неприятный дальше. Шпинель. Нет.
Так, ну мы только что сохранились. Там была еще одна комнатка. Ага. И ты здесь. Что нам предлагают? А, ну Ада Вонг, собственно. Вот съемка. Помните момент, когда бородатый мудила был? И она ему в спину выстрелила. Нет. Да. Вот тоже, кстати, штучка, которая потом можно будет проапгрейдить. Наверное, если я правильно помню все. Я могу ошибаться. Так. Все собрали, да? Ну давай поговорим, что ли. Волкоме. Some rare thing. What are you buying? What are you buying? What are you buying? Блин, а я даже его и не улучшил, оказывается. Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Пардонте. Так. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Вот видите, она 20 тысяч уже стоит. Thank you. Я не помню, можно его улучшать, нельзя, короче. Будем считать, что нельзя улучшить. What are you buying? Shotgun. Is that all? Is that all? Thank you. Is that all? Not enough, not enough cash, stranger. Is that all? Thank you. Come back anytime. Конечно, come back, но. Сейчас мы только сохранимся. Всегда нравилась эта музычка. Ну погнали. Блин, конечно, вот я как и говорил, вот это вот очень гадское вот это место, этот долбанный, блин, монастырь, меня он раздражает просто. Он прикольно сделан, но он раздражает. Вот это место, о котором я говорил, которое просто нереально бесит. В котором я наверняка похерюсь. Так, нет повести печальнее на свете, чем повесть Ромео и Джульетты. Давай. Так, это переход в другую локацию. Сейчас просто мне наваляют. Я же говорил. Вот и все, и жизни нет. Сука. Ты мне сейчас за все ответишь.
пещера, блядь. Вот и все, пиздец. Сука такая. Все, пиздец мне. Я ж говорил, что проиграю, блин. Еще лучше, блядь. Все, пиздец, друзья. Вот суки. Блин, у меня из сильного оружия только винтарь. А как им успеть здесь, блядь, среагировать? Ладно, погнали. Попробуем с винтарем. Да ты заебешь нахуй, ублюдок, блядь. Сука такая, а? Блядь, да что ж такое-то, а? Надо разыграться немножко. Я говорю, я вот как вот тогда закончил запись, я больше игру не запускал. И что-то, короче, как-то я... налажай тунг. Сука! Да ты заебешь, ты можешь отвернуться. Блять, вот посмотрите, что делается. Он постоянно, блять, ко мне своей рожей. Сука. Видали? Есть идея, что с ним сделать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да ты сука такая! Субтитры.
Да ты тварь ты ёбаная. Фу. Наконец-то. Так, у меня был путь один туда, один сюда. Пошли сюда. Понятно. Ух ты, ёб твою мать. Блять. Блять.
Так, понятно.